Ми зараз от бачимо, що Пригожин відкрито свариться із Міноборони Російської Федерації. Солдати в ПВК «Вагнер» дозволяють собі такі лайливі образи державної установи, за що в Росії можна отримати ув'язнення. Ми бачили відео, що біля Солодару вони звертаються до генштабу Російської Федерації, щоб вони не надали їм зброю, людей, тому що там пекло. І от що ви думаєте стосовно цього, з цього приводу? Що зараз між Пригожиним і Міноборони РФ, і загалом генштабу Збройних сил Російської Федерації, що за конфлікти відбуваються, до чого вони зможуть призвести найближчим часом? Ну, во-первых, як ми бачимо, що сегодня Пригожин возомнил из себя чуть ли там не королем в вооруженных силах, и у них большие разногласия между Герасимовым и Пригожиным. Каждый тянет одеяло на себя, у них чуть ли не междоусобные войны начались. В том числе это касается и того же Солидара, что даже маленькие участки, которые они где-то якобы захватывают, они между собой ругаются, постоянно говорят, что это захватили то десантники именно стабильной российской армии. Пригожин вечно говорит, что это его вагнеровцы, и они постоянно ругаются, и это только нам на руку их ругание между собой, что это чуть ли может не перерасти в какой-то конфликт междоусобный между ЧВК «Вагнером» и между российской стабильной армией. Пане Денисе, от стосовно цих конфліктів ми зрозуміли. Я хотіла ще згадати за те, що відбулося сьогодні зранку, про те, що кияни і мешканці Київської області чули вибухи, але на початку повітряної тривоги не було. Повітряна тривога була оголошена вже опісля. Скажіть, будь ласка, в чому причина, на вашу думку, чому спочатку пролунали вибухи, якісь були прильоти, вже повідомляли, але тривога була оголошена вже опісля? Я вас, извините, плохо слышу, ви говорите про взрывы, которые были с утра в Киеве? Так, про сьогоднішні вибухи. Спочатку ми чули вибухи, а потім пролунала повітряна тривога. На вашу думку, чому так? Спочатку ми почули вибухи, а потім вже почули сигнал повітряної тривоги. Ну, во-первых, система оповещения, может, не сработала где-то очень хорошо. На сегодняшний день уже, кстати, подписан именно договор с Израилем. Официально будет поставлена система технологического распознавания, именно когда летят и ракеты, и дроны в сторону Украины. Эта система вот-вот появится уже в Украине, израильская система. И я думаю, что будут оповещать гораздо быстрее и точнее показывать, с какой стороны и откуда идут ракеты. Просто где-то не сработала система оповещения, вот и все. Так, то, что были взрывы, в принципе, именно вот перед сегодняшней ситуацией система оповещения работает неплохо, и люди как бы слышат сигналы воздушной тревоги до взрывов каких-либо, которые происходят именно в Києві. Пане Денисе, от ви якраз згадали про те, що Ізраїль офіційно передає Україні технології, пов'язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів. Про це нагадаю, що заявив посол України в державі Ізраїль Євген Корнійчук в медіа-центрі України. Скажіть, будь ласка, ну, якщо можна або з деталями, або без, якщо ми можемо говорити про це в прямому ефірі, як ось ці системи сповіщення відрізняються від наших українських, що там є таке, що більш ефективно спрацьовує, ніж у нас? Ну, это более разумные как бы технологические системы, которые могут быстрее распознать именно откуда идет удар, с какой стороны, количество тоже и ракет, и дронов. И это будет способствовать тому, что именно силы противовоздушной обороны смогут точечно бить именно по тем ракетам и по тем дронам, которые идут в сторону Украины. Это очень сильно повлияет и очень сильно поможет именно
противовоздушной обороне и защите мирных граждан Украины. Пане Денисе, і також, от за словами міністра оборони України Резнікова, наша країна отримує танки, бойові літаки або реактивні літаки, а також далекобійне озброєння для поразки цілей на відстані 300 кілометрів. Зрозуміло, що РФ буде потрібно бодай щось зробити для того, як ця вся зброя буде у Збройних сил України. Тож вже вчора пролунали такі перші звістки, перші повідомлення про закриття кордонів для чоловіків у Білорусі і ще раніше подібне, але неофіційно зробили і в РФ. Скажіть, будь ласка, чи можуть ось ці мрії Кремля, мрії про 2 мільйони армії перестати бути мріями і справдитися про те, що вони дійсно за допомогою цих обмежених закриття кордонів зможуть наростити армію свою, яка може піти повторно і з боку півночі так само? Ну, во-первых, по поводу того, що сейчас буде передано теж вже офіційно. На официальном уровне договорились, что будет передана бронетехника, будут переданы танки Украине. Это, во-первых, очень сильно поможет Збройным силам Украины. Я думаю, что в тот момент, как сейчас больше ведется политика такая оборонительная у Збройных сил Украины, в тот момент, как будут переданы бронетехника и танки, мы сможем контрнаступать и сможем вытеснять врага с оккупированных территорий. Это очень-очень нам сильно поможет и приблизит нас к победе. По поводу того, что вообще как бы происходит в Беларуси, я думаю, что в ближайшее время будут попытки именно белорусских военных вместе совместно с российской армией попытки захода на территорию Украины. Но эти попытки у них успехом не увенчаются, так как наши силы полностью готовы к этой ситуации, и эта ситуация тщательно прорабатывается каждый день. Территории приграничные все заминированы, наши ребята полностью готовы к тому, что будет заход с Белоруссии, поэтому это только... Скажем так, что и Белоруссия, и Россия себе роют еще одну смертельную яму на участке именно приграничной с Белоруссией. И в эту яму попадет и Белоруссия, и Россия. Пане Денисе, от за словами президента України Володимира Зеленського, 2023 рік має стати для України все ж таки вирішальним, тому не можна давати час Росії на перерву, на якусь там передишку. Але враховуючи ось це планомірне загострення з боку держави-терористки, не схоже, що вона і сама поки хоче піти на якусь паузу, як це можна було припустити раніше. На вашу думку, скільки Росії потрібна ось ця перерва? Наскільки у неї вистачить ще в такому темпі вести безглузді наступальні дії, які ми спостерігаємо, і в який шлях, на вашу думку, рашисти захочуть ось цієї паузи, перерви, як ви вважаєте? Ну, во-первых, вони будуть продовжувати вести терористичну діяльність, я думаю, ще какое-то время, ну, по крайней мере, і весну, і лето вони будуть тероризувати народ України. Це те, що вони і роблять, те, що вони роблять, тероризують постійно іменно мирних жителей. Но я уверен, что с поставкой вооружения, которое сейчас будет вестись именно вот тоже и бронетехника, и танк, я уверен, что будет продолжаться вестись поставки также артиллерийского вооружения, именно более точных систем именно артиллерийских. И я думаю, что это тоже переломит ход войны. Мы должны будем... Кроме, это опять же мое мнение, кроме того, что вести оборонительную политику, нужно вести и наступательную политику, нужно именно начинать работать именно и по территории России, именно вести, скажем, такую наступательную политику против самой России, именно по территории России, тогда только они начнут понимать, что и Российская Федерация находится в опасности, нужно прекратить защищаться, нужно научиться и нападать.
нужно начинать, я считаю, именно приграничные зоны атаковать. Именно мы должны показать тоже чуть-чуть зубы, а не только то, что мы можем обороняться. Мы показали, что мы можем удачно очень обороняться. Мы показали, что мы можем забирать наши территории, которые оккупанты оккупировали. Но сейчас я считаю, что пришло время, и это где-то весной и летом, что мы должны начинать наступать и на территорию России, и тогда они более успокоятся, скажем так. Будемо, пане Денисе, сподіватися на це за допомогою тієї техніки, яка нам буде надходити, яка вже надходить. І так само ще трішки про армію Російської Федерації. От, за словами секретаря РНБО Данілова, в Росії діє вже три армії, і скоро до них приєднається четверта. На думку посадовця, це говорить про те, що ситуація війни в Росії вже зовсім не є такою централізованою. Але, на вашу думку, звідки це ПВК може бути? І чи може це бути ось ця приватна військова компанія, та, що була не так давно створена саме на території Білорусі? Яка це от четверта армія може бути, на вашу думку, і навіщо це для самої Росії? Ну, по-перше, самой Беларусь сейчас они действительно тоже начинают, скажем так, открытие такого же ЧВК. Там у них есть кое-какая охранная компания, которую они переделывают сейчас под частную военную компанию и пытаются копировать Россию, то же самое, как и ЧВК «Вагнер», именно действует на территории России, что сейчас ЧВК «Вагнер» чуть ли не основная, опять же, я повторюсь, Пригожин поверил в себя, чуть ли это не основная, скажем, вооруженная единица, которая считает себя одной из лучших на территории России. То же самое сейчас хотят сделать на территории Белоруссии. Но, опять же, это им никак и ни в коем образе не поможет в том, чтобы как-либо продвинуть фронт на территории Украины и как-либо завоевать территорию Украины. Я думаю, что и Россию мы вытесним с территории Украины, и Белоруссия, которая попытается зайти на территорию Украины, будет вытеснена, и они лишь только свои как бы вооруженные силы только покажут всему миру, что они ничего не стоят, и на сегодняшний день Украина показывает всем, что это действительно более профессиональная армия, что это армия, которая быстро обучаемая, и армия, которую стоит бояться и стоит уважать. Пане Денисе, абсолютно погоджуюся з усіма вашими словами, і я впевнена, що всі українці з вами погодяться. Ще два запитання стосовно ось цих приватних військових компаній. На вашу думку, наскільки Міноборони РФ важливо мати свої ПВК? Тому що ми бачимо, ну, чесно, ці загони виглядають як, ну, загони самогубців або тих, кого можуть повести на брудну роботу. І ми також чули деякі думки від військових експертів, що саме вагнерівців кинули на Соледар і, ну, як на утилізацію, і що там кадрові російські війська заблокували якісь певні ходи для того, щоб саме ПВК «Вагнер» вели ось ці бої в місті замість них. Виходить, Міноборони РФ навіщо потрібно це військо, і що буде далі під іншими от законами? Що ви думаєте про це? Ну, по-перше, теж ЧВК «Вагнер» їм совершенно не важливі свои людские ресурсы, они буквально кидают на убой людей. И Пригожин преследует свои цели. Я думаю, что насчет Солидара он преследует, опять же, свои экономические цели. И ему абсолютно наплевать на людей, которых он кидает на убой, просто на убой, потому что наши ребята просто истребляют вагнеровцев, которые пытаются каким-либо способом захватить Солидар, и это им, опять же, не удается. Есть участки кое-какие в Солидаре, которые они захватывают, и то это только благодаря тому, что наши ребята
тактически где-то отходят с каких-либо позиций для того, чтобы потом нанести контрудары. Состояние в Солидаре такое, что на сегодняшний день Солидар контролируется сбройными силами Украины. Да, есть какие-то участки, где находятся вагнеровцы, но и то это все временно. И я уверен, что то, что сейчас входят вагнеровцы больше и больше Солидара, они только больше будут, скажем, удобрением на земле Украины. Пане Денисе, так воно і буде. Дякуємо вам, що ви долучились до прямого ефіру «Апостроф ТВ». Дякуємо вам за цікаву розмову. Денис Десятник, підполковник ГУР, ізраїльський спецпризначенець, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.